H&M сток с исправимыми дефектами. Первый пакет. Платье. Коротко о дефектах, которые здесь могут встречаться. Допустим, в этом платье неработающий замок. Вот он. Который можно переделать, да, другой замок вставить. Так, в остальном все вещи новые. Вот. Так, сейчас по размеру скажу. Размер здесь, к сожалению, вот. Размер 32 европейский. Так. Допустим, в блузках очень часто встречается, ну, как назвать это, дефект. На дефект здесь такая резиночка есть. Вот. И она здесь за, как бы, за пуговицу застегивается, вот эта резиночка порвата. То есть здесь замена вот этой резиночки. И все. В остальном вещь в отличном состоянии. То есть мы все проверили, все, каждую вещь на наличие дефектов. И какие вспомню, вам сразу скажу, какие не вспомню, будем искать вместе. Так, колготки. Я вот в колготках, в принципе, ничего не нашел. Вот, может быть, дырки какие-то. Или вот какие-то пятнышки. Так. Так, вообще здесь дефекта не увидел. Здесь также есть детские вещи. Прайс я не указал. Здесь попадаются детские вещи. Так, тут я никаких дефектов не увидел. Белая блузка. Здесь вот пятнышко, тоже один из видов дефекта. Здесь, то есть, это стирается. В остальном вещь в хорошем состоянии здесь. Толстовку смотрели, и тоже я дефектов никаких не нашел. Бывает, что вещи мы не находим дефект, возможно, в них нет дефекта, или, возможно, они очень настолько минимум скрытые, что их сложно заметить невооруженным взглядом. Вот здесь мы не нашли, но если считать вот это маленькое пятнышко дефектом, то, возможно, это как, возможно, есть такой идет дефект. А так отличная толстовка с принтом, и как сзади, так и спереди. Кобра, да? Размер М. Блузка. То же самое. Порвата резиночка, где крепится к пуговичке. Размер 36 европейский. Такое платье. Платье здесь тоже пятно. Размер 36 европейский. Джинсы хорошего размера. Джинсы просто отсутствуют пуговицы. Размер 34. Юбка. В юбке сломан замочек. Такой маленький замочек. Юбка размер 34. Европейский. Блузка. Так, вот по этой блузке тоже не могу сказать про дефект, потому что искал. Не нашли ничего. Может, какое-то микропятнышко здесь есть, но я не нашел. С двух сторон смотрели, ничего не нашли. Блузка размер М, черная блузка. Так, это у нас идет юбка, тоже замочек сломан боковой здесь. Размер 36 европейский. Так, джинсы, комбинезон. Здесь
сломано крепление. Вот такое вот идет крепление. На одной стороне есть, на другой стороне нету. В остальном отличный. Отличный комбинезон, размер. Вот такие шорты, размер 34, но дефектом здесь тоже ничего сказать не могу, ничего не нашел. Если это можно назвать дефект, разошелся. То есть подклад идет, вот, видите, не прошит. Точнее, он был прошит, но немножко разошелся подклад. То есть вот здесь вот нитки. Вот, в принципе, такой дефект. Купальник. Тоже дефектов мы не нашли. Единственное, было вот так вот. В таком состоянии он был. Мы подумали, может, в этом дефект, но его вставляешь, и все, он как обычно. Не знаю, если это можно назвать дефект. Так, в отличном состоянии, ничего здесь такого. Никаких дефектов не нашли. Размер 34 европейский. Топик. Без топик с оторванной лямочкой. То есть, лямочка вот так идет. Вот, то есть это тоже ничего сложного. То есть оно тогда вставляется вот сюда. И пришивается. И все. Дефект устранен. Размер 32. Свитер теплый, женский. Размер S. Так, вот здесь вот. Пошло. Зашивается. Тут вот такая дырка получается. Где шея соединяется с туловищем. Платье. То же самое. Лямочка отошла. Ничего критичного. Зашивается в 2 минуты. Размер 36 европейский. Штаны H&M 38 размер европейский. Здесь вот пошло немножко. Чуть-чуть. То есть это тоже 2 минуты устраняется, все зашивается вот так вот. Куртка. По куртке тоже ничего не могу сказать. Я что-то здесь ничего не нашел. Тщательно смотрели. Ну, не знаю, если это считать, что-то как-то. Не знаю, тут приглянется, но это. Даже пятном сложно назвать. Но вот как бы так вот оно есть. Возможно, из-за этого ее. Сюда она и попала. А так, отличная куртка, отличного размера. Размер XL. Хорошая мужская куртка. Все просмотрено. Ничего больше не замечено. Так, джинсы. Джинсы тоже непонятно, что здесь. А, вот здесь. По шву небольшая дырочка, маленькая, то есть все тоже устраняется в два счета. Так, это платье. Так, джинсы размер 36, платье размер 30, тоже 36. Здесь вот я так понял, вот такой вот это не хватает веревочки. Топик.
от чего-то отошел этот часть. А, его просто он здесь пришит. Здесь так вот загнуть и тоже пришить получается. И все. То есть это, ну, как такового дефекта тоже здесь нет. Так, картер 165 сантиметров подростковая. Размер S. Подобное платье, которое было. Вот здесь уже есть эта веревочка. Просто ее нужно пришить. Вот, то есть вот раз веревочка к воротнику идет, это вторая веревочка, ее нужно пришить к этому воротнику. Размер 42 европейский. Платье. Так. Тоже не понял, вот эти две какие-то лямочки идут. Непонятно, для чего они нужны. Потому что, в принципе, здесь они не нужны, но, наверное, зачем-то нужны. А ну, ничего не было замечено, все просмотрено. Только вот эти две лямочки. Размер, кстати, не сказал. Размер 34. Европейский. Тут тоже лямочка отошла. Пришивается тут. Вот она тоже отходит. То есть несложно пришивается. Вот сюда она пришивается. Получается такой вот комбинезон, по-моему, да. Комбинезон получается. Размер. Тридцать шестой. Здесь 36 самый популярный размер. Так, здесь замочек просто сломан. 38 размер. Толстовка. Оригинал. Размер L. А, вот здесь небольшой такой вот, ну, не знаю, типа пятнышко. Это все исправляется. И мне кажется, еще застереть. Здесь вот резиночки не хватает, чтобы прицепить пуговицы. 152 сантиметра подростковая. Рубашка. По рубашке я тоже, по-моему, дефектов мы ничего не нашли. Сейчас еще вместе посмотрим. Может, пуговицы не хватает, конечно. Вроде везде пуговицы есть. Пятен тоже никаких не нашли. Вот такой то, что и нет дефектов. Размер S. Женская рубашка. Платье красное. Здесь тоже просто лямочка пришивается вот сюда. И все. Размер 38. Брючки. 40 размер. Замочек работает. Так, здесь тогда в чем прикол, в чем эффект. Что-то ничего не вижу. Все нормально. Все чистенько. Ну, бывает и так. Может быть, какой-то мелкий скрытый где-то есть. В остальном все в отличном состоянии. Размер 40. Платье цвета хаки, размер 36. Так, здесь что у нас?
Здесь, по-моему, тоже ничего не нашли. А, может быть, этот? Хотя нет, он не скрывается. Так, 36 размер. Отличная ткань. Ну, дефектов не вижу никаких здесь. Платье. Замочек сломан. Здесь вот. 32 размер. Размер. Просто лямочка отошла. 36 размер, блузка такая. Очень приятно все на ощупь. Здесь это пришивается. Да. Такая блузка. Размер 42. Так, в чем здесь? Честно, непонятно, что здесь не так. Все ровно. Ну, мы здесь ничего не видели. А, получается, такая майка или футболка, размер S. Тоже дефект здесь не понял. Так понял, вот это завязывается просто, потому что он здесь не пришивается. А, здесь, по-моему, небольшие пятнышки есть. Возможно, из-за этого. Вот так вот. В другом дефектов никаких не обнаружено. Или вот здесь. А, вот здесь вот. Пятнышко есть. Получается. Из-за этого. Леггинсы, размер L, черные леггинсы. Вот здесь просто немножко, они испачканы были в белые, типа мела. Здесь много вещей, черные джинсы, которые испачканы в белом меле. Мы их отряхнули, и здесь сейчас не сильно осталось, но вот видно то, что... Немножко осталось белого цвета на ней. Так, размер L. Брюки H&M. Размер 50. Так, здесь просто пуговицы нету. В остальном отлично. Отличный размер, отличный состояние джинсов. Без пуговицы. 36. Здесь замочек сломанный. Шесть восемь лет. Шорты грязные. Футболка М. Пятнышко здесь. 44 размер. Брюки. Это было, наверное, приделано все из-за этого. Подобная майка.
были пятна, здесь опять я не вижу. Не знаю. Размер XS. Боди. Размер S. Немножко пятнышки есть. То есть не критично ничего здесь. Так, это у нас тоже лямка оторвалась. Вот, пришивается. Вот так. Оставляется, пришивается. Все, получается платье. Размер M. Джинсы черные. Чип Мандей. Размер не указан. У них здесь тоже был, по-моему, белый мел, что ли, на них. Здесь даже осталось чуть-чуть. Так, в основном, ничего тут, никаких дефектов нет. Все работает. Пятнышко. Тут маленькое пятнышко. Размер не указан. Двадцать 9-32 размер. А вот здесь по шву. По шву разошлась, так сшивается. Джинсы, то есть белые, типа мело. Пятнышко. Куртка. 152 сантиметра. Немножко грязная тоже была, вот она. Где-то побывало. В остальном в отличном состоянии. Дефектов не замечено. Размер тоже. Комбинезон летний. Тоже лямка просто отошла. Сюда прикрепляется. Зашивается внутрь. И все. И комбинезон к лету готов. Размер 40-й европейский. Тяжело 25 килограмм снимать. Так, вот здесь просто отошла лямка. Просовывается, пришивается. Пришивается и все. Размер 38-й европейский. Два-четыре года. Дефектов не видно. Это чип Мондей, это, скорее всего, опять-таки белое пятно где-то здесь было. Вот здесь. Размер какой-то больше подростковый. Это типа туника. Размер XS, такая длинная туника. Антифектов я здесь тоже не увидел. Вроде все пуговицы на месте, остальное тоже все на месте. Детские джинсы. 5-6 лет. Замок работает.
пуговицы есть. Дефекты я не вижу. Детский свитер. Тоже дефекты не вижу. Какой-то незначительный, может, есть. Блузка женская, 36 размер. Пуговицы есть. А, вот здесь. Небольшое пятнышко, если не ошибаюсь. И дырка. Ну, дырка, она идет по шву, где шов зашивается. Блузка. Размер 46. Тоже просто лямка отошла. Все. Размер 36, такой блузка, пиджачок. Дефектов я тут тоже не заметил. Платье. Платье размер XS. Здесь маленькая дырочка по шву. То есть это тоже в 2 минуты исправляется. Весь дефект, как говорится. Так, хорошее платье. Майка. Размер срезан. Дефектов я тоже здесь не вижу. Кроме срезанной бирки. Штаны, замочек сломан. Женский. 38 размер. Юбка 38 размер. Замочек сломан. Кого здесь? Гавайки. 40 размер. Что не так в них? Ясно. Вроде все нормально. Дефектов я не увидел. Может, какой-то незначительный есть. Так, платье цвета хаки. Здесь отсутствует пуговица одна. Все, в остальном все нормально. Размер 40. 42 размер. Европейский. Очень красивый. Кстати, H&M очень приятные вещи на ощупь. Материалы хорошие. Были использованы при изготовлении данной одежды. Так, здесь просто не держит кнопку. Так она слетает. Нужно поменять кнопку. Детская. Детская юбка, комбинезон. А, нет, не детская, 36 размер. Вот это, наверное. Да, детская 5-6 лет. Здесь, здесь просто разошлось. Нитка разошлась. Все собирается вот так вот. И шьется. И вот так закрывается. Здесь тоже просто лямка отошла. Сюда просовывается, зашивается. Размер 42. Такая блузка. А, это не блузка, это боди получается. Летняя боди. Платье. Размер 36. Не могу сказать дефект, тоже смотрели.
Дефект не вижу, может быть. Но это не дефект, это просто веревка. Хорошее платье. Может быть, кто-то заметит, но я вот не увидел, я смотрел его. Такая кепка. Ну, здесь чуть-чуть грязная, может быть, небольшое. Даже пятна не видно, но, наверное, из-за этого небольшое пятно замечено. Платье. По дефекту тоже ничего не могу сказать. Здесь я его не заметил. Размер тоже срезан. Здесь замочек сломан. Размер 32. Размер XS. Здесь тоже я не заметил ничего. 34 размер. Здесь пятнышко. Платье такое уже было. 42 размер. Здесь вот нету. А, там пояса не было еще. Здесь пояс есть. Если не ошибаюсь, там, по-моему, пояса не было. Здесь отсутствует просто пуговица. Блузка. Ну, здесь, как стандартно, блузка. Резиночка отсутствует, которая крепится. Слава, что забыл. Размер 36 блузки. Так, платье. Размер 32. Здесь тоже замочек отсутствует. Сломанный замочек. Размер S. Дефектов я не... К сожалению, у нас размер видеозаписи ограничен, поэтому у нас это видео разделилось на два видеоролика, этот мешок на два видеоролика. Вот продолжение этого пакета. Так, вот такой вот комбинезон джинсовый, размер 36. Дефект, я не знаю, если, наверное, вот, может быть, вот это, то, что вот обрезали вот так. На другом дефекте здесь не видно ничего. А, вот, нет, вру, не обрезано, так должно быть. Здесь пятно. Здесь вот пятно. Вот. Чем-то здесь посажено. Юбка 36 размер. Замочек, в принципе, работает. А, замочек тяжело работает. Вот здесь вот. Возможно, и замочек, потому что другого дефекта мы здесь не нашли. Потому что его лучше поменять. Потому что тяжело закрывает. В другом. А, здесь больше ничего такого не нашли мы. Блузка. Размер L. Здесь я тоже смотрел, ничего не нашел. Абсолютно. Такая кожанка.
действительно. Так, замок проверяем. Замок все работает. Здесь кнопки не хватает. Вот, наверное, из-за этого, да. В остальном такая она очень стильная. Стильная куртка, размер 38 размер. H&M. Такая демисезонная курточка. Без кнопки. Размер 8-9 лет. Что здесь не так? Не ясно. Шорты. 40 размер. В шортах что? А, в шортах просто немножко тоже по шву подшито. Тут уже не подшито. Или так должно быть? Нет. Видите, здесь как здесь все прошито. А здесь внутри. Это тоже как бы быстро исправляется. Такое платье. Ну, здесь тоже просто резинка от пуговицы не отошла, все оторвалось. Размер XS. ¾ размер. Что здесь не так? Вот пятно. Такое достаточно сильное пятно. Здесь дырочка. Здесь 12-14 лет. Такой вот стильный комбинезон. Единственное, молния не работает, да, в остальном все отлично. В отличном состоянии. Вот. Размер 34. Блузка. Размер 38. Здесь чуть-чуть пошло по шву. Тоже все исправляется. Отличная блузка. Нижнее белье. Здесь, по-моему, тоже никаких дефектов не нашли. Колготки. Дефектов тоже не нашли мы. Так, трусы. Трусы, не знаю, что здесь не так. Тоже вроде все ровно. Белье тоже здесь ничего не нашли. Что могло быть вызвать нас? Интересно, кстати. Так. Вот здесь просто оторвалось. Держатель под ремень оторвался, да? Так, в основном отличный комбинезон. Размер 38. Бюстгальтер. Не знаю, это здесь просто нет этой веревочки. Может, если это дефект, то это, ну, ерунда такая. Размер 75D. Блузка тоже, лямочка отошла. То есть пришивается элементарно. 38 размер. Джинсы Chip Monday. Ну, здесь, скорее всего, тоже были грязные. Здесь партия грязных таких джинсов была. Ну, грязь там была, белый мел просто, и все. Размер у них почему-то не указывается. Такие топики здесь небольшого размера.
непонятный размер, что-то 4 написано, 4 годика, что ли. А, 36 размер. Тоже лямка отошла, стандарт. Здесь тоже лямка отошла. Размер М. Красиво нижнее белье. Вон ты задом наперед. Ну, изнутри тоже красиво белье получится. А здесь тоже лямочка отошла. Вот видите. Так вот делаете. Перешивается. Да, вот так перешивается. Тоже ничего сложного. Отличное белье. Так. Это я не знаю, на ребенка. XXS размер. Здесь дефектов я не вижу. Топик. Тоже лямочка отошла. Здесь лямочка. Размер 38. Размер S. Белая футболочка. Дефектов я здесь тоже не увидел. Кепка с ушками. Без размера. Ну и дефектов я здесь тоже не вижу. Без размера, без дефекта. Колготки. Тоже без дефекта. Аргентина детская. Здесь может быть. Что-то даже пятна нет никакого. Вот маленькая может быть. Варежки такие детские. Здесь маленькое пятнышко есть. И носочки тоже, в принципе, без дефекта. Вот и все.